Здравствуйте, с вами Светлана, и сегодня я хочу вам объявить. Мы в отпуске и объявляем конкурс-розыгрыш. Конкурс-розыгрыш «Подарок с юга». Участвуют могут все, но подписавшиеся на мой канал, уж извините. И обязательно распространить это видео. Извиняюсь, здесь строю этот Подписка отель. Открытая должна быть. Подписка должна быть открытая, чтобы я посмотрела, что вы действительно мой подписчик. А подарок будет, вы увидите какой, с юга. Очень интересный, креативный и полезный. Так, ну что, мы заселились в наш любимый отель. Холл отеля состоит из входной группы и ожидаемой группы. У нас осталось время до вселения где-то часа два, поэтому мы сейчас ездим на рынок, как мы и собирались, за администратора. Там есть комната, где можно оставить свои вещи. Здесь есть коляски. Есть коляски для детей, для инвалидов. Так, спускаемся. Сегодня с утра был дождь, кстати. Напротив, как мы выходим, сразу же здесь столовая. И вот сам отель. Конечно же, фламинго, девочки. А вот написано, что он 3 звезды. Да он не 3 звезды, он целых 5 звезд, если честно. По там. Ага, там открытая терраса. Был дождь с утра. Так. Отель нам очень нравится. Он сразу же выходит на набережную. Вот прям сразу вы вышли и на набережную. К морю ближе. Сегодня с утра мы еще вам море не показывали. Море волнуется. Но сейчас не пляжное время, поэтому мы просто посмотрим на море. Есть небольшой ветерок. И вода чистая, изумруд. Небо. Хорошего качества, хочу сказать, ничего, никаких нет таких темных облаков. Камешки, которые я так еще не собрала на том пляже, буду собирать на этом. Здесь как раз летом от нашего отеля идет столовая летняя и терраса летняя. Здесь можно также прохладительные напитки и все остальное. Мороженое, закуска, ну и прогуляемся по набережной вдоль нашего как раз отеля. А здесь наш любимый бассейн, открытый бассейн с теплой подогреваемой водой идет. Пар идет. Здесь есть и баня, которую мы вам обязательно покажем. В общем, вы с нами как всегда, девочки. Ну а сейчас мы решили, пока у нас есть время до заселения, прогуляемся опять по городу. Зайдем, возможно, на рынок, что-нибудь еще докупим. Приятного вам просмотра. Мы опять забежали на рынок. Покажу вам немножко цветочек. Лаванда, кстати, продается крымская, душистая. А вообще мы уже ищем подарки для вас, во-первых, на конкурс. А во-вторых, для любимых и родных. Смотрите, какие здесь красивые тюльпанчики. Прям Александр там где-то застрял. Тоже закоренелый цветочник. Ну да. Желтый, красный. Я видела, они есть такие. Они небольшие такие? Мне кажется, только они отцветают и больше не зацветают. Тоже может быть. Не знаю, не в курсе. Так, давайте посмотрим, что из чего есть. Чая, кстати, очень много, но нам еще нужно выполнить заказ. Пойдем, пройдем, посмотрим по заказу. Когда мы ехали в отпуск, нам сказали, что привезти вот это и это. Но мы вот что-то не видим. Да? Сладости, сладости. Так, а вот это вот не то, что мы ищем, а ищем мы масло, масло. Масло домашнее, подсолнечное. Подсолнечное. Мне кажется, оно все маленькими продается. Я видел большие. Ну, пойдем. Да, пойдем. Види меня. Нет.
Мужчины, веди вперед. Опять блогеры нам попались. Это мы блогеры. Мы и попались. Так, а там опять рыба. Очень вкусная рыба. Вы знаете, мы вот как-то... Спасибо. Все доброжелательные, знаете, такие. Мы приходим, покупаем у одного продавца и также у него и берем каждый год, вот когда бываем. Масло. Маленьких, потому что оно дорогое, поэтому оно маленьких и продается. Здесь различные приправы, аджика, потом вот это вот хмели, сунели, еще что-то там все вместе перемешано. Конечно, это все вкусно, но остро. Мы острые как-то не очень любим. Так, мы сейчас подойдем, посмотрим. Не будем смущать продавцов, они как-то смущаются, стесняются. Не все, но бывает. Зашли в торговый центр посмотреть подарок Александра. То, что он мне хочет подарить. Но я что-то не вижу здесь. Все, что угодно. Выбора много. Но мы здесь пройдем, посмотрим. Если не найдем, в другом месте посмотрим. Не найдем вообще, не купим совсем. Да, не принципиально. Да, это не принципиально. Александр даже рад будет. Да нет. Нет? Ну это я так. Тебя немножечко. Все равно вырежем. Я тебя немножко поддеваю. Гуляли, зашли в кафе. Что-то сегодня похолодало, если честно. Ну как, утром был дождь, и поэтому ветрено. Дождя нет, но ветрено. Гуляли, покупали подарки различные и решили зайти кофе попить. Я хотела чай, Александра хотел кофе. Зашли, как называется кафе? Русские блины. Русские блины. Большое кафе на раз, два, три, по-моему, три зала. Посмотрим, как на вкус будет кофе, цены и блины мы заказали. Посмотрим, какие будут вкусные или невкусные блины. Так, сейчас вам покажу кафе само. Ну, это Александр. Да, это я кафе. Так, обычно. Давайте посмотрим сейчас. И скажу вам потом, стоит, не стоит вообще заходить, деньги тратить. Вы заходите, здесь можно разуваться, раздеваться, как хотите. Здесь один зал, второй зал. Здесь вот третий зал. Оформлено симпатично. Еще один зал. Есть туалеты для инвалидов, для мам, ну, для женщин, для мужчин. И также есть комната для кормления ребенка и пеленания. Это очень хорошо. Смотрится все симпатично. Нет, там есть табло. Я говорю, как нас позовут, как доставка еды официантам, или мы сами, как мы узнаем. Александр говорит, что крикнут. Я говорю, везде уже табло. Ну да, вот есть табло 85, если работает оно. Места очень много. У тебя 85 лет, да? Да. Да, вот табло есть. Два есть табло в одном зале, в втором ну, в зале. Ну и так. Дополнительно кричат. Вот так вот смотрятся блины. Это с черешней. Это мое, я заказывала сладкое. Да, а я со сметаной. Ух, девочки, после отпуска будет прям жесткая диета. Огурчик на завтрак, на обед и на ужин. Ну ладно, там уже скоро дыни пойдут, скоро пойдут. Солчи. Скоро пойдут уже, что там, помидоры, уже настоящие огурцы. Так, скажи, пожалуйста, по цене, что? По цене, в общем-то, все 600 рублей, но... Так, два кофе, да. Сметана, у меня с начинкой сладкой, да. Все 600 рублей. Единственное такое замечание, пока мы не начали кушать, что кофе, мы же в стационаре, не в дорогу, не с собой, но в одноразовых подают. Вот латте, оно и ценится тем, что в стеклянной посуде надо подавать. Оно красивое, слоями. Если бы мы с собой брали на улицу, то в одноразовую посуду. Я хочу сказать, кафе просто-напросто от санпедстанции уходит.
не придерешься. Одноразовая посуда. Все. А там, где красивые чашки, пара, тарелочки симпатичные, там уже санпедстанция приходит и качает свои права, простите. А я вам скажу, не камильфо в одноразовой посуде. Да, я с тобой согласна. Заведении. Если бы я знала, что здесь вот в таких стаканчиках, я бы сюда не зашла. Но это мы с Александром, и ну, мы любим красиво. Вы же гурманы. Нет, мы красиво любим посидеть. Без сахара. Красивую посуду. Нет, без сахара. Все любим красиво. Но я надеюсь, это будет также и вкусно. Так, ну я попробовала кофе. Это не латте, конечно. Латте слоями идет. Здесь даже непонятно что. Не видно. Кофе слабенькое. Ну, потому что оно подразумевается как кофе. Латте. Латте. А теперь будем пробовать блины. Так, здесь подаются приборы. Ну, как я говорила, такие одноразовые. Вилки, ложки, поварёшки. Ну, давай пробуй первый. Это что такое? Перец. Зачем? К блинам. Ну как, соль к блинам. Перец к блинам. Возможно, Зубочистка. Это и... Так, Саша, пробуй давай. Саша, ну, конечно, попробуй. Кофе остынет. Размажет часы. Конечно, это гурман, гурман, гурман. Просто обычный блин. А вы мне описали, что, Светлана, вы печете так часто блины. У меня муж любит блины. Тем более да. Такие вкусные блины, как я пеку. Блин нежный. Не зажаристый. Хорошо. Ну, а теперь с черешней. Я взяла с черешней. Блин очень-очень тонкий. Ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это жадность. Тонкий блин. Вишня есть. Это черешня. Да, блин вкусный. Если бы еще и не кофе не подвело бы. Но это не латте, даже близко, но не важно. Да. За кофе, вкусно. За кофе пойдем в кофейню. А это не кофейная, это блинная. Ну, в принципе, да. Да. В принципе, да. Но блинчики вкусные. Да, как можно претензии к пельменной по поводу чебуреков? Она же пельменная. Ну, если там чебуреки... Ну. Ну и мне пора уже кушать-то. Да ладно, посидите со мной. Не-не, блин стынет. Да.